Сегодня, 7 февраля 2014 года, в 11 часов местного времени, провелся заседание комиссии по продаже имущества, находящейся в собственности Вологодской области. На продажу выставлено незавершенное строительство здания диагностической станции ГИБДД семейным участком по окружному шоссе в городе Вологде. Значит, продажа, которая проводится путем приватизации. Аукционистом единогласно в ценной комиссии выбран Чесноков Александр Петрович. Так что передаем ему полномочия по проведению аукциона. Во время проведения аукциона запрещается пользоваться сотовыми телефонами и иными средствами со звуковыми сигналами, выходить из зала, в котором проходит аукцион, перебивать и переспрашивать аукциониста, разговаривать, вступать в переговоры между собой и иными присутствующими в зале лицами. Порядок проведения аукциона. Каждому участнику выдана информация, на которой последовательно указана цена, начальная цена и цена, увеличенная на шаг аукциона. Я назову начальную цену продажи, после чего предложу участникам аукциона заявлять эту цену путем поднятия карточек. Начальная цена продажи имущества области 19 031 500 рублей. Я предлагаю участникам аукциона заявить названную цену путем поднятия карточек. То есть все участники аукциона подтвердили начальную цену продажи. Предлагаю участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 55 131 500 рублей. Это был особенный аукцион, поскольку объект очень востребован. И это чувствовалось вот в ходе аукциона. И те результаты, которые мы достигли, они, конечно, превысили наши ожидания. В бюджет области поступят дополнительные неналоговые доходы. 132 081 500 рублей. Продано за 132 081 500 рублей участнику под номером 9.